Всем большой привет, с вами, как всегда, Ван Майлд, и вместе с элитным котом. Здравствуйте, молодой человек, кстати. Как ты раз, я не знаю, чай, сунул хуй в английский чай. Все стало клево. Чай английский, хуй английский чай хуёвый. Пошел нахуй. Всем большой привет, с вами, как всегда, Ван Майлд, и в этом видео я с элитным котом. Поздоровайся. Здравствуйте, неуважаемые друзья. Мы будем сражаться против двух рандомных подписчиков, ну, как сказать. Меня опять кинули на читера, я не могу опять же таки в ММ зайти. И теперь я решил все-таки против двух подписчиков все-таки сыграть, потому что многие люди меня просили, сыграй против подписчика, либо что-то еще. И многие люди проголосовали за то, что, типа, сыграй с элитным котом против двух рандомных подписчиков. Собственно... Как вы видите, сейчас я буду создавать комнату, будем ждать двух рандомных подписчиков, будем против них сражаться. Если кто-то будет говорить там нубы и прочее, ребята, перед началом ролика я хотел бы вас попросить, чтобы вы, не знаю, там набрали 1200 или 1500 лайков, извините. Потому что такие видео я очень долго пилю, и я очень стараюсь на ней, поэтому... Я прошу с вас только лайк и, ну, и подписку на канал. Но перед началом, конечно же, реклама. Канал парнишки CoolBroPro, который делает очень качественные видосы по копсу. А почему они очень качественные? Вы просто посмотрите на один момент из его нового видео. Что ж, я считаю, что этого недостаточно. Нужно обновлять канал до версии 1.9. Hey! Is your neck gang sloppy? Neck so good, like an ostrich, but can't tie me. Hey! В этом уровне ожидайте куча моря контента, такого как топ-интро, топ-аутро и прочего крутого фирменного медиа, такого как переходы, там всякие, ну, вставки, ну, вы меня, в принципе, поняли. Думаю, вы меня отлично поняли. Я очень сильно прошу всех, кто смотрит эту рекламу, оставаться неравнодушным и подписаться на канал CoolBroPro. Ну, парень очень... сильно старается над качеством контента. И мне очень обидно, что у него меньше подписчиков и просмотров, чем у меня. Обязательно переходите по ссылке в описании, либо же по подсказке сверху справа на экране. Подписываемся на его канал. И под последним роликом передаем ему привет от меня, Майлда. Ему будет очень приятно, а вам совсем не сложно. Короче, это поменьше мат, ё, молодой пица. Человек. Нет. Окей, ладно, как хочешь, в принципе. Я все равно не желаю материться. Сам извинился. Я-то тут при чем? А, читер! Офигенно! Обоссаться теперь. Блять, зашел ты на свой обоссанный читера. Пошел нахуй отсюда. Я не знаю. Короче, чуваки, это... А у нас технические неполадки. Я опубликовал, ну, типа, ID и прочее. Тут пока что один человек зашел, но потом еще какой-нибудь зайдет, так что будем вот так играть. Пока, котенок. Ты даун играть не умеешь. Ой, ёб твою мать, ты попал. У меня ты хитмаркеры не отображаются. А, нет! Ой, я успел, прикол, я успел. Офигенно. Против двух подписчиков. Он уже пишет, что да. Офигенно. Короче, все, ему кобза, короче, мы про, да. О, вот и еще один. Да. Писта, писта. Офигенное слово, кстати. Писта, да. Я убил его уже. Я уже дотягиваю. Еще лорд и голд. Че за челики, кстати? Ой, блин, лучше с ними не связываться. Короче, бля, капец. Бриллиант. Бриллиант. Ну, короче, все, это капец. У меня 9 уровень, а у тебя... Ёбаный рот! У меня 8. Ёбаный рот, Иван Майлд! Ну как я в это говно попал? Ну, все, Настя, двоих убил. Они все, они в одну точку. Точку идут, и все, и больше ничего. Это хуёво. Опа. Это вообще херово. Можешь тоже поменьше материться, а то как дебил. Нет, стримлю. Тихо, я их сейчас разъебу, смотри, разъебу тебя.
Разъебал, да? А, ты это убил? Я думаю, я двоих убил. Я вышел, я сразу же в голову дал. Но они мне всё, даже это как бы истичная катка с первого раза. Хотя ну, с прошлой катки читер убил в голову. Нормально. Блин. Нифига у вас там. Короче, я с другого угла просто зайду, вот и все. Слышь? Потеря пакетов. Как обычно. Это классик. Ваня стрим. Да не достали уже. А! Сука, меня убил. Он, короче, на логе, он лоу хп, я тебе отвечаю. Да блин, дебил! Как так получилось? Давай слава так, богу, что это хотя бы не читеры. Или слава читеры. Украине. А. Да здесь бриллиант, топ чувак, у чувак посмотрели на его стату вообще, ну. 2-2. Да не отвечай ты им, ты просто время тратишь, попросту, вот и все. Хорошо, смотри, я сейчас одного убиваю, смотри, чекай. А, нет, чисто. Это банан. Блин, они просекли фишку, ааа! Блин, я еще заблевал айпад. Печально, чему. На меду. Двое бананы еще не прошли. Тихо. Я даун. Я уже думал, что я не затащу. Вот реально. Это реально жестко было. У меня аж сердце заебалось. Это как заебалось, ребята. Вот именно. Надо дисклеймер потом ставить плюс 18, типа. А мне 16. Как ты думаешь, со скольки лет можно материться? Мне кажется, что с одного года уже можно. Вот именно. А я всех уже на банан. Как обычно. Все, нам осталось 2 раунда. Ой, кстати, за террористов будет посложнее, я тебе отвечаю. Ну, давай тогда... Короче, все, мид рашен тупо сейчас. Мид Б. Да, мид Б. Но я через А пойду, потому что у меня МТХ, я как бы могу и разнести. Как бы я могу и сам разнестись. Как всегда, топовая флешка, да. А у них еще другая флешка была, кстати. Вот, один. А нам посрать. Короче, давай, бомбу. Прикрывай меня, дебил. Лично мне насрать. Один, короче, у меня. Да? Да, я убил его уже в голову. Я, знаешь, я как читер, короче. Тупо его в голову сейчас просерю. Я слышал его. Надо, короче, новые наушники от HyperX, да, кстати. Если что, это, так сказать, небольшой байт на скорейший обзор, который в скором времени выйдет. А, блин, я не закупился, блин, я дебил. Долбоёб. Я убил его, прикол. Где он? Этот мой. А где он? Да блядь, у тебя, оставь мне его, пожалуйста. Оставь мне. Нет. Ни за что. Восьмой раунд, последний, короче. Это, извинись. Осуждаю. А, кстати, гранат еще взорвалась. Клево, да? Блядь, да. 11-1, одна смерть. А ты как дебил, 3-2. Это мои оценки в аттестате, 3-2. Офигенно. Все такие, это, вопросительные знаки спамят, типа, недоумевают, что происходит, а это, короче, ID был. Короче, ребят, мы так сыграли, а я тащу, ну все. Все, мы выходим, это слишком жесткие челики. Короче, ребята, да, если вы хотите подобный контент, обязательно пишите свои идеи в комментариях, потому что, как мне кажется, сейчас мы сыграли, ну знаете, так на изичняк, но это рандомные челики были, это не какие-то подставные. Обычно мне в ЛС спамят, что типа... постановы. Серьезно, чуваки, я подбираю рандомных людей и спамлю ID вообще в свою группу во ВКонтакте. Ну да, можно и на улице, в принципе. Вот ID, пацаны, вот ты пароль.
Короче, ребята, обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать стримы. Нет. Не пропускайте стримы, конечно же, пока все. Ну и поддержите этот видос лайком за старание. Всем желаю удачи, кот вам тоже желает удачи и всего самого наилучшего. И всем пока-пока. Да, пизда, и пока.